Ускорение роста мышц на 40% простейшим изменением в питании без увеличения колоража или протеина. Яйца на завтрак могут показаться тысячелетней традицией, однако до 80-х годов завтрак вообще не считался заслуживающей вниманию вещью. Ситуацию изменили рабочие эпохи индустриализации, поскольку перед длиннейшим рабочим днем им нужно было хорошенько подзарядиться, а яйца составляли достойную и дешевую альтернативу мясу. Теперь мы съедаем пару яиц на завтрак, и если вообще завтракаем. И это стандарт, навязанный нам поборниками понижения уровня холестерина в крови. И это при том, что многочисленные эксперименты не выявили связи между этим уровнем и проблемами с сердцем. Но ведь мы тренируемся, и двух яиц вряд ли хватает для подпитки мышечного роста. Хотя в обед мы съедаем уже больше белка. Все-таки большую часть своего белкового пула мы получаем вечером. Возможно, обычному обывателю это не кажется проблемой. Но серьезно тренирующийся атлет, измеряющим свой успех количеством набранных мышц, стоит обратить внимание на результаты исследования японских ученых. Ученые взяли 26 студентов мужчин и разделили их на две группы. Первая группа получала 3 блюда в день, каждый из которых содержал примерно одинаковое количество белка для каждого подэкспертного. На завтрак, обед и ужин они получали по 0,33 и 0,46 и 0,48 грамм белка на каждый килограмм веса тела, соответственно. Эти ребята назывались группой высокобелкового завтрака. Вторая группа также получала 3 блюда в день. Каждая из них содержала 0,12, 0,45 и 0,83 грамма белка на каждый килограмм веса подэкспертного на завтрак, обед и ужин. Соответственно, это была группа низкопротеинового завтрака, отражающая режим потребления протеина, характерный для большинства людей. Вне зависимости от группы, каждый участник эксперимента потреблял в день 2,5 грамма белка на каждый килограмм веса тела. Другими словами, единственное различие в режиме питания между группами состояло в том, что в первой группе завтрак был дополнен порцией протеинового коктейля. Эксперимент продлился 12 недель. Все участники идентично тренировались с отягощениями 3 раза в неделю. Результат. Высокопротеиновая группа построила на 40% мышц больше низкопротеиновой. Хотя надо сказать, что при этом максимальный результат в одном повторении и в упражнениях особо не вырос, а сила лишь слегка увеличилась у квадрицепсов. Итак, несмотря на практически одинаковое потребление белка, участниками обеих групп меньше его потребление за завтраком и обедом и, соответственно, больше за ужином, негативно сказалось на синтезе мышечного протеина. Ученые заключили так. Для оптимизации мышечного роста в ответ на тренировки с отягощениями важно не только суточное количество потребляемого белка, но и его включение в каждый прием пищи и особенно в завтрак. Вывод. Если о первой части заключения ученых мы догадывались и всегда дополняли белком каждый прием пищи, то важность протеинового завтрака можно назвать открытием. Кстати, оно еще и подтверждает важность завтрака как такового. Правильно завтракающие люди в большинстве случаев лучше выглядят, у них более высокая чувствительность к инсулину, их организм откладывает меньше жира после любой пищи. Выправление имеющегося дисбаланса в потребление белка удивительно просто. Вы или добавляете в завтрак 2 яйца, или дополняете завтрак протеиновым коктейлем, или поступаете совсем уж радикально, завтракаете стейком. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!